Кошмар! Кошмар! Жители, какого черта? Кажется, собрание закончено. Все по домам, все спать. Ужас. Что произошло? Господи. О нет. Святой ночь. Что здесь происходит? Ладно. Надо посидеть. Надо поспать. Надо обдумать, что вообще здесь происходит. О, черт, что за фигня произошла? О, блин. Нет, только не это. Что делать? Надо вызвать священника. Так, ладно, мэр, успокойся. Хватит бегать. Так, ладно, надо поспать. А утром пойти вызвать священника. И значит, здесь с нечистую. Ужас. Мне срочно нужен священник. Срочно. Мне нужно изгнать этого херобрина вонючего. О, священник, скорее в деревню жителей пошлите. Ой, знать демонов, о, святые лимоны. А, священник, вы там скоро? Пожалуйста, избавьте нас поскорее, херобрина. О, сын божий, пожалуйста, не мешай мне, вот на... Попей святой водички, а? Ладно, пошел к себе домой. Так, изгнать демонов из этой деревни. Так, попейте, пожалуйста, святой воды. Так, о, свят. Так, изгнать демонов из этой деревни. О, так, жители, нате вам святой воды. Нате вам всем святой воды. А, что там такое? Нет. Ай, как больно. О, какой вкусный тортик. О, да. О, какой он постный. Ам-ням-ням. А, что с ним случилось? Что там орёт? А, не дают тут поесть тортик. А, что они там собрались? Что там случилось? В этой деревне жителей, блядь, что-то произошло. Это, кстати, священник. Он осветил деревню от всяконечности. Священник, ты где? А, его нигде нету. А, жители? Что случилось? Что с ним происходит? А, мы не знаем, мэр. Мы смотрим, тут какая-то, он, короче, валяется. Мы сами не понимаем, что с ним произошло. Можно досрочно скорую или этот вызвать, или, не знаю, или полицию. Ладно, жители, я сейчас позвоню Фоксику. Надо срочно позвонить Фоксику. В первую очередь сообщить ему, пусть приходит, разбирается. Я не знаю, может, он что-то знает. Тем более, он брат Риколита по-любому что-то должен знать. Вот. И кто-нибудь срочный, может, полицию тогда сбирайте, позвоните. Надо что-то с этим делать. Так, где там мой телефон? Сейчас надо позвонить Фоксику. О, да, какой вкусный бургер. О, да. Так, кто там звонит на телефон? Так, алло, да, кто? Говорите, не молчите. О, Фоксик, скорее в деревню жителей. Здесь нечисть происходит. Скорее, быстро иди сюда. Да, сейчас иду, да, мэр деревни, сейчас иду. Так, ладно, надо срочно бежать в деревню, что-то там от меня мэр хочет, что там уже случилось. Так, надеюсь, есть какие-то новые улики про Риколита. Я не знаю, может, вызвать хотя бы полицию или скорую помощь, мэр, давайте хоть что-то сделаем. Делайте скорее хоть что-нибудь, быстрее, давайте. Хорошо, вызову скорее, скорую помощь, полицию. Так, жители, давайте. Что-то делать там священнику плохо, так. Давайте, где тут мой телефон был. Так, сейчас надо позвонить. Надо срочно звонить полицию. Так, вот тут это у меня был мой суперсовременный телефон. Так, поставим его. Так, алло, полиция. Да, деревенская полиция вас слушает. Скорее в деревню жителей, тут человеку плохо. Надо срочно понять, что с ним происходит. Сейчас будем. Да, и это, вызовите сразу же скорую.
А, да-да, сейчас вызову. А, так. Алло, скоро, человек плохо, срочно приезжайте, деревня жителей номер 13. А, да, хорошо, едем уже. Так, да, все, я вас жду. А, так, все, вызвал, надеюсь, они скоро приедут. Так. Мэр, все, я вызвал полицию, вызвал скорую помощь. А, это молодец, хорошо. Все, будем ждать, давай. Скорей. Не знаю, делать, а что-нибудь, там этот Фоксик ходит, блин, ё-моё. Не знаю, что-нибудь помог бы нам тут сделать, а то он тут как бы тут один из главных теперь, как говорится. Ну, конечно, после меня. Ой, не знаю, что его теперь вообще решать, теперь вообще ничего не понятно. О боже мой, этот еще Херобринг, что он приперся в нашу деревню, как я его ненавижу. Ненавижу. Кошмар. Говнюк такой. Ладно, мэр, успокойтесь. Сейчас придут полиция, скорая помощь, они тут что-нибудь сделают. Сейчас, я уже вызвал, сейчас все будет. Ну это, деревенская полиция, в общем-то, как бы, ну это, что вам сказать. В принципе, мы бессильны в этом деле. Он вообще, как бы, ну знаете, он даже не дышит. Поэтому предлагаю вам сразу скорую помощь дождаться, может быть, они хоть что-то сделают. Так что, извините, на этом наши, как бы, полномочия, все, мы тут, как бы, бессильны. Так. Скорая помощь уже на подходе. Что тут у вас случилось, собственно говоря? Нифига себе, тут что, у вас человека пухает, освещение, о, нифига себе, вот это да. О, нет, знаете, так, подождите. Так, сейчас, подождите, отсвалите. С эти вещички разложу немножечко, так. Опа. Так, давайте посмотрим его. Так, что? А, ребят. Жители. Это, у меня, как бы... Печальные новости. Ну тут как бы уже все. Но ему не поможешь. Все. В общем, наверное, это. Расходимся. Да, жители, расходимся, ему все уже не поможешь. Он не дышит. Так что я не знаю, что делать будем, но уже как бы все, жители, ему ничем не поможешь. Похоже, Херобрин его напугал до смерти, так что все. Хана. Так что, извините. Как бы медицина здесь бессильна. И как бы все, я пошел. Так что, извините, все, давайте, до свидания. Расходимся, все, я забираю свои инструменты, все. Всем пока. Ой, видел я такого, но еще не видел. Ну нафиг, пошел я. Это капец, это просто капец какой-то. Так, ну это, мы как бы тут тоже, уже все, бессильны, поэтому... Вот, мы, наверное, пойдем, нам еще участок полицейский останавливает, еще куча всяких других дел. Поэтому мы это, ну мы хотя бы его закопать, это что это, как бы труп валяется. Ладно, ребята, мы пошли, нам еще дела. Да, вообще, жестко это происходит. Вот, все, мы пошли, нам участок полицейский останавливать. Все, давайте, всем пока, все, давайте. Так, ребят, не оставайте, пошлите. Нам еще надо участок полицейский остановить. Давайте, пошлите скорее за мной. Скорее давайте за мной, да, пошлите скорее за мной. Так, собственно говоря, за этим угром и будет деревня жителей. Так, совсем немножечко осталось пройти. Так, не понял. Это что еще за стена такая? Нифига себе, это ничто. Так, отгородились от грифера или что это? А где тут вообще вход в эту вашу... Так, деревню жителей. Так, я не понял вообще. Так, это какие-то тут вышки не установили. Вообще ничего не понятно. Так, зачем мне вообще... Мэр звал, что у них там случилось? Я уже и забыл, пока я шел. Так, ага. Так, а здесь вход. О, вот, наконец-то нашел этот вход. Все, дурацкий, вот оно. Так, побежали скорее. Так, в деревню. Так, побежали. Фух, наконец-то я прибежал в эту деревню. Фух. Так, бежим срочно в деревню жителей номер 13. Что у вас случилось? А, священник, что с ним случилось? Что вы тут натворили, жители? А, Фоксик, представляешь, мы вызвали священника, чтобы он осветил деревню от этого Херобрина вонючего. Но, на самом деле, Херобрин его победил, и вот теперь он валяется и беспомощный. Мы вызывали полицию и скорую, но это все бессмысленно. Что нам делать? Зачем ты сюда пришел? Зачем? У него топор, ребята! Зачем? Его Херобрин, походу, вселился. Валим. Так, ай, блин, ногу подвернул, ай. Ай, нет, он рядом, нет.